Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Need for Speed 5 Porsche Unleashed для первой PlayStation, напоминаю. В прошлой серии мы с вами завершили классическую эру. Пока-пока, классическая эра. Ну и в этой серии мы начнем золотую эру. Но сперва, как водится, Factory Driver. Сперва проедемся. Выполним еще задание для этих неудачников. Не побоюсь этого слова. Без нас они ничего не могут абсолютно сделать. Так, короче, хочет как кто-то получить этот Поршик в городе. Так, что еще скажешь? Ой, как ты много базаришь. Мне нужно, чтобы ты доставил этот Порш очень быстро, по возможности не разбил, чтобы царапин не было. В общем, короче, надо... Вот. Теперь не будет конусов. Теперь, короче, надо будет тачку не разбить. Угу. Доставить до клиента. Тут уже у нас что-то намеки какие-то на угнать за 60 секунд пошли. Явно. Ну так. По крайней мере, вот в этом режиме, да? Явно тут намек такой, что надо нарушать правила, что не обращая внимания, надо очень быстро все это сделать. И в определенный срок и не разбить. Доставить тачку покупателю. Так что да, я думаю, это отсылочка-то. О, не задел, да? Ссылочка. Воу! Черт, задел. Знать за 60 секунд, тем более, что она вышла как раз примерно вот где-то вот в 2000, по-моему, году. Кстати, именно как раз в 2000, по-моему, и вышла. И, кстати, трасса такая прикольная. Интересно, у нас... Ах ты упырь, а? Чё, куда? А? Better luck next time. Да иди ты. Ага, 1.17, да плюс еще коцка. Ну ладно, давайте еще раз. На исходную, да? Типа не вложился. И сам покупатель такой, нет, не канает. Давай еще раз. Не буду покупать у тебя эту машину, раз ты не вложился во времени. Да. Странно, очень странно. Так, ладно, едем. Трафик еще. Интересно, а здесь гонки будут по вот этой вот. По вот этой вот трассе по этому городу. В принципе, у нас была уже ночная гонка. Но... Не знаю, в этом ли регионе, районе. На тебе. Вот так вот тебе. Так, чё, куда? Куда чё вообще, а? А, есть. Трек-рекорд. Так это у вас трасса, да? 1.11. Ух ты, на 5 секунд почти. 4.5. Ладно, всё. Это мы быстро расщёлкались с этим. Всё, хорош, будем, как я говорил, по одной всего лишь... По одному заданию выполнять, потому что у меня от них, если честно, что-то припекать начинается. О-о-о! Бейстон, чего? Поздравляем для промоушена тест-драйвера то, что ты показал отличные способности. Мы даем тебе, короче, вот 911. Кто мне говорил, что тачки не дают, а? Знатоки, эксперты. Нифига себе. You've done well so far, but now... Going to become more difficult. I'm counting on you to rise to the chair. А, или это нам дают ее протестить, в смысле? Подождите-ка, ну-ка. Save options and scores. You have unlocked the... Нет, именно открыли мы машину, да? Для режима Quick Race. И предлагают засейваться. Конечно. Конечно, засейваться.
Ну, как бы для Quick Race, понятно, но все-таки. Как это недостаточно? Memory has insufficient free blocks. Я ж только что туда сейвился. Или у вас, блин, машины сейвуются на отдельный слот, что ли? Я отдельный сейвик создается именно для этого режима чертового Factory Driver. Какого хрена машины не сейвуются туда? Вам еще и для машины надо отдельный слот, что ли? Идиотский режим. В общем, да, конечно, на консоли все сделано уже очень неудобно. Кошмар какой-то просто. Блин, ну вы что, смеетесь, что ли? Зачем тогда отдельный блок здесь создается для вот этого режима Factory Driver? Cancel save. Yes, блин. Ой, спасибо, ребятки, спасибо вам. Упыри, блин. Короче, машину мы просрали. Да. Вы уж извините меня, что у меня так подгорает. Ну, реально, что-то убогость какая-то здесь прям прослеживается. Ну, приставка уже старая, уже на ладан дышала, уже все бесило в ней. Железо слабое, конечно. С эти карточки, memory карточки, тоже, блин, 15 блоков. Мало. Уже не соответствовала она, конечно, своему времени. Хотя все равно не перестану, блин, восхищаться ею. Но, черт возьми, я на компе все-таки в эту игру играл в то время. И там гораздо все удобнее, естественно, красивее и лучше. А мы с вами благополучно просрали 911 GT2. Вот так вот. С этим, в общем, и отправляемся в чемпионаты. Так. Ну, здесь хоть музычка играет. Веселенькая. Хотя это больше сейчас как издевка, если честно. Так. В принципе, у нас тут, по-моему, даже машина есть, да? Если нам поехать вот в Weekend Race. Даже на 356-х еще трофи есть. Да, вот БА. Чтобы сразу деньги не тратить. Ой, 914 есть, отлично, можно тут. Правда, деньги, конечно, ни о чем. Ладно, давайте тогда проедемся на 356-м здесь. Так, у нас, по-моему, он один, да? Один же мы продали. Car Select. Да, 1600, супер. Окей, выбираем. Что у нас разбитый, блин, под разбитым. Ничего, починим. Баблище-то у нас полно. Так, репейр. Ого, тоже штукарик. Нифига себе. Ладно, отдадим чё. Поехали. Да. Так, чё у нас? А, Германия. Кэслтаун. Кэслтаун. Это типа уездный городок такой, да? Так, опять зима. Опять сейчас что-нибудь с покрышками намутят обязательно здесь. Не трогай меня. Касайтесь. Слушай, а чё открытый верх-то, а? Кстати, на компе, по-моему, можно было выбирать. С открытым ты верхом поедешь или с закрытым. Зимой как-то ездить с открытым верхом, даже на такой пижонской машине, ну это полный глюк. Так, а куда это вот этот господина поехал, а? А здесь можно срезать, чувак, понимаешь, вот так. Как у тебя может быть машина лучше моей? Я вообще вот этого вот понять не могу. У меня же самая крутая вот эта 1600, супер это. А, что это такое здесь? Туннели эти. С разделительными столбиками. А
Разгоняюсь вроде чутка получше. По максималке что-то он все равно, по-моему, наваливает. Да, вон. Не отстает, еще и накатывает. Как так? Че вообще? А, вот тут уже три круга. Вот куда ты лезешь, а? Чуть-чуть это форт, блядь. Все еще первый круг. Ай! Зашибись, а по снегу. Ай, по снегу мы вообще не едем. А ничего, что тут как бы зимняя резина есть. Вообще, они вообще знают там об этом, что бывает такое. Бывает зимняя резина, ё-моё. Не со времен High Stakes этого не поняли, что ли? Ого. Так, кузат, вали. Так, ну все, слили благополучно. Догнать уже этого кренделя не получится, ясное дело. Он гораздо быстрее, гораздо просто быстрее наваливает. И оторвался уже. Черт знает куда. Даже то, что здесь три круга, это нам не поможет. Да, еще не скользим, блин. Зеленый что-то как-то не особо хочет отставать. Ворот не разбил. Я что-то не пойму, откуда у них вот эти читерские тачки берутся? Откуда он вообще достал ее? Вынул? Реально, мы же самую крутую 356-ю покупали. Это третий круг пошел. 11-12 секунд. Да, отстаем, еще продолжаем. Зашибись просто, зашибись. 15, кошмар, нихера он отрывается. 17, блин. Он там на 911 что ли пересел, а? Вот на срезке, да, отыграли почти половину. Ну, блин, и чё? Дальше он продолжает отрываться. Опять поехал. Странная история. Понятно, абсолютно. Все, финиш, да? Поворотик. Остренькой будет. Чувак, мне за тебя холодно. Да, я play second. Rage 2, 300... Смотрите, да, 356А. Две одинаковых абсолютно машины. Но у нас открытый верх, соответственно, аэродинамика была хуже. Я так полагаю, это из-за этого. Только из-за этого он ехал гораздо быстрее, отрывался от нас. И просто был круче, да. Печально, но факт. Вот такие вот дела. Нефиг ездить с открытым верхом зимой в Германии. Так, ладно, второе место. Серебришка. Ого, что это там за рожи такие. Блин, ну, по-любому какие-то гонщики, но я их, к сожалению, не знаю. Да еще и качество фотки такое поганенькое. Не знаю, они такие, скорее.
скорее всего, за Porsche, естественно, ездили когда-то, наверное. Так, давайте посмотрим, что в турнирах. Что-то меня расстроил этот Weekend Race. Класс 3 у нас. На чем? На 924-х, S Turbo. А, 944-й тоже может участвовать. 40 тысяч. Так, давайте глянем, что нам можно прикупить. Так. А давайте в новые тачки. Чё мы все по бэушкам? Баблище у нас есть. 924-й турбо там можно, да? Вот, S. Ой, извиняюсь. И спасибо. Так, класс 3, 924-й, показания, S. Чё-то лучше, чё-то хуже. Так, вот 944. Ну, получше, да, по всем показаниям. Да. 944. А дальше у нас что идет? О, 924 турбо. Так, а он у нас еще лучше, чем 944. Угу. А дальше 944S. А вот на 944S... А, это уже класс 2. Нет, нельзя на нем участвовать. Окей. Значит, мы берем 924 Turbo методом исключения. 81 года наш Porsche будет. Класс 3. 40 штук. Ну, окей. Так, цвет. Так, цвет. Ух ты, вот этот прикольный, по-моему. Так, а это чего? Немецкий цвет это белый, да? Даже не знаю. Блин, желтый тоже прикольный. Ладно, давайте синий возьмем. Небесно-голубой. Так, байкар. Окей, пойдет. Ну вот, теперь у нас есть первая тачка из золотой эры. Поздравляю нас. И поехали в турнир. Покатаемся 4 трассы уже. Так, сколько там время? Ого, уже катаемся 18 минут. Ну, как раз проедем этот турнир, как бы. Все. Надеюсь, удастся выиграть. Уж на самой крутой этой тачке. Правда, они умудряются и на таких же тачках, как у нас, ехать гораздо круче, чем. Надо признать, странно. Ну ладно, отправляемся. Ага, у нас опять Германия. Ох, еще и снег будет. Кошмарики. А на летней резине, которую здесь всегда почему-то ставят, видимо, в Германии не производят зимнюю резину, нам будет здесь очень тяжко. Они-то едут все равно как по рельсам. А мы, да. Мы вынуждены глотать пыль. Так, ну и че ты? Пять будешь. Ого, видали, они тут понаставили. Уже не было же этих вот штучек разделителей. Это типа, наверное, потом. Вот в 50-х не было на этих дорогах, да, разделительных штучек этих. А потом вот там 70-х, наверное, понастроили. Видимо, так. Нет, ух ты, нифига, щиток еще. Вот это, да. Уже можно машину расфигачить прям вообще хорошо. Так. Светофоров понастали, по-моему, их не было. Короче, это прикольно то, что трассы меняются в зависимости от эпохи, в которой мы едем. Чуть не улетел в стену. Тормоза странно как-то схватывают у Porsche. Вообще у всех у них есть такая тема, что поначалу он вообще не тормозит. Чем дольше жмешь на кнопку, тем, короче, процесс торможения усиливается, и под конец аж колеса покинутся. Очень странные тормоза. В общем, наверное, да, думаю, я потом, ну как, время появится между какими-то прохождениями, может, буду потихонечку где-то
надо будет перепройти, наверное, все-таки. Мне нравится, как это говорит. В общем, потихонечку где-нибудь перепройду вот этот вот Porsche Unleashed именно на компе, версии на компе. Потому что, ну, реально, версия для PS1, ну, не тащит она. Не тащит она. Че греха таить, она достаточно уже устарела. Даже на тот момент, я, естественно, я применительно к тому времени, мы, черт возьми, говорим про игру 2000 года, естественно, она сейчас устарела, но на PS1 она устарела уже к моменту выхода. Мне вот в связи с этим интересно вопрос такой, вот, тоже я вчера задумался. А что вообще... на что выходили раньше игры первые? То есть такое впечатление, что раньше игрухи сначала выходили на ПК, потому что версия для ПК, она гораздо более серьезная, продуманная. Ладно, там графику не берем, но там и трасс больше, и машин. Уж машин-то могли бы здесь тоже поболя сделать. Вот. Что сейчас, как мы знаем, комп обычно обделяют у нас вниманием, и как бы сначала все. Вообще все точится под приставки, как бы. PS4, Xbox и прочее. И потом уже пускают игру на компешке. Да, чуть-чуть там графика лучше это, но не настолько она сейчас разнится, графика, если брать версию для компа и для какой-то из приставок современных, чем тогда, да, вот взять версию для PS1, нет, не спит, да, вот этого Porsche Unleashed. Для компа, ну там как будто это поколение прям разное. То есть, видимо, раньше, ну, разработчики больше упарывались в играх для компа. Ну, я только этим могу объяснить. Что сейчас, даже если взять игры из предыдущего поколения, с PS3, они все равно не настолько убого выглядят по сравнению с версиями для ПК. Вот. Поэтому, наверное, в случае с Porsche Unleashed там игра точилась все-таки под комп. Ну, может быть, под там приставки уже к тому времени были Dreamcast, да, может быть, под Dreamcast там. А на PS1 уже был порт просто такой, ну, обрезанный. Многое, многое, чем пришлось им жертвовать. Как-то так, наверное, дела обстоят. You set a new course and lap record. Congratulations. You've won the race. Так, ну ладно. Мы, значит, победили. И это хорошо. Звонят тут, блин, вечно как начнешь записывать, начинаются звонки, хождения какие-то, дверь стучится, блин. Так, что мы имеем? А, ну три трассы нам осталось проехать. Франция, USA и Шотландия. Шотландия у нас, кстати, новенькая трасса будет. Ривьера. Ривьера это у нас побережье, да, сейчас будет. Так, покоцалась машина, нет? Коцалось, но немного. И денег, кстати, немного сняли. Хотя машина вроде уже, ну, прям совсем дорогая. Поехали во Францию. Лазурное побережье. Не трогай меня, не трогай. Поцайте мне машину. Так. Я почему-то ожидал, что будут стрелочки. С этого, с Factory Driver. Привык, что едешь по городу. А, все, стрелочками показывают, куда ехать. Ага, понял. Окей.
Самые, блин, трассы сложные, по-моему, это вот здесь, во Франции. С этими вот перекрестками, с фонтанами, с их... Понятно. Кстати, вот этот Поршек, это какой у нас, 924-й, плохо управляется. Мне он пока больше всего нравится. Даже больше 911-го у нас был. Ну, точнее, как был он? Есть. Опа, нас догоняют. Это о чем я и говорю. Чутка расслабишься, и все, уже сидит, блин, на хвосте. Так, то есть еще первый круг. Где-то сейчас вот видишь, но... Ага, вот, давай пошел, да? Так, хорошо. Трасса, в принципе, не особо сложная. То есть конфигурацию выбрали не самую такую дубовую для нас. Так, оп. Притормаживаем. Я уже научился вашей фонтаны, блин, объезжать. Потуже так управляется, ну, такая небольшая, недостаточная поворачиваемость у него есть, у этого Поршика. И мне это нравится. Я вообще больше люблю недостаточную поворачиваемость. Ну, в разумных пределах, конечно. Так, и вот сейчас участок такой. Красивый на расслабончике. Берега, скоростной. Тут можно Поршик прям разогнать. Уже хоть скорости вырос. 140 миль фактически. Это уже, конечно, серьезно. Так, я вот не помню, мы поцали Поршик. А, я же знак один сбил. Все, понятно, что есть тут бонус за аккуратную езду. Ну, в PlayStation-то он был, а вот здесь что-то припомню. Вот мне нравится, оторвались мы от них. И едем на расслабончике, просто как будто... Туристы прям такие. Взяли в аренду тачечку, Поршечек. И катим. На лазурный берег. Только что-то по кругу ездим как-то. Заблудились, видимо. Пора выруливать. Ну это не мудрено. Тачка-то крутая уже. Так что... New record. Это как пить дать. Так, это вот он, по-моему, и изображен, да, на картинке сейчас у нас. 924-й. Слепыш. Так, 2 из 2, 20 очков. Ох, уже на 8 делаем. Так, теперь Штаты. Так, Самый скучный пейзаж все-таки, да, по коцам на 200 баксов. Так. Погнали. В Штатах самый скучный пейзаж, вот это вот полупустыня какая-то, саванна, Desert Valley. Ну, она, в принципе, да, так и называется. Да, я вот, кстати, про трассы-то начал. Да блин, ну вот, подрезал, гад. Все, уже Харри воткнулся. Да куда ты? Едь ты по своей траектории, куда ты вообще? Не удается. Чистую гонку проехать. Что-нибудь да зацепят где-нибудь. Короче, на компе гораздо более разнообразные трассы были, это я точно помню. Тут как-то... три региона всего, ну может
Ладно, 4, да, вот сейчас. Или там Шотландия еще. Франция, Германия, Америка, вот. И Шотландия. И по сути просто в одном и том же антураже нарисованы маршруты разные. Вот. Ну и да, они такие достаточно бедные на детальки. На компе-то там было прям раз больше, и они как-то красивее были, богаче. Просто по мере прохождения сейчас нашего маленько начинаю так, картинки какие-то всплывают в голове из прохождения того еще юношеского своего Porsche Unleashed пикашного. И там, конечно, картинки были гораздо красивее. Ох, блин. Что эти стрелки тоже не сразу понятно, в какую сторону нарисованы. Ё-моё, нифига себе. Да, ну в этот раз, короче, сейчас мы конкретно убьем Porsche. Сейчас все деньги на ремонт уйдут. Там пятеру, по-моему, за победу дают. В начале 2000-х тоже ругали сильно электроников, что они движок свой не прокачивали графически. И вот прям подряд там несколько серий что-то говорили, ну, выходили на одном и том же движке их, по-моему, там начиная чуть ли не с андеграунда первого, а может даже с ход пресьюта второго, типа так, только чутка там где-то подмазывали, подштукатуривали. А так, типа, мол, движок там чуть ли не до 2010-го был один и тот же. И вот только типа его заменили там. Вход пресьют, что ли, вот этот 2010-го. Или еще где-то. Ну, мне, конечно, с трудом верится, что оно так и было. Но, с другой стороны, графика действительно, вот они в какой-то момент сделали рывок такой достаточно сильный, как бы не в Porsche Unleashed, на компе именно вот. А потом как-то графика не сильно эволюционировала. Вот если сравнить, по-моему, графику Porsche Unleashed и в том же Underground, там, естественно, там, ну, бликов там всяких больше на машинках. Там. Underground, конечно. Ну, типа шейдеры там. А так сами количество полигонов на машинах как-то и изменилось. Вот. Но, по крайней мере, в начале 2000-х нормально. Упоролись они над графикой. Интересно, на какой платформе самый четкий был Porsche Unleashed? Наверное, на Dreamcast все-таки, если он там выходил. Ну, а я думаю, он там выходил, так как это мультиплатформа. Так, вот, у нас сейчас будет Шотландия. Поспать перед Шотландией. Так, ох, нифига себе. Да, круто. 3000 почти. Ну, хоть не все деньги ушли на ремонт. Так. Солнечно, днем, поехали. Ну, в Шотландии сейчас будут какие-нибудь эти просторы, фермерские угодья. Что-то типа того, наверное, пейзаж. Сельский, ну да, вот. 3, 2, 1.
неплохо, кстати. Мне такие пейзажики нравятся. Так, блин. Да, господи, что ж ты пинаешься? Я в этих не хотел въехать. Тут же, блин, получил удар в задницу. Ой, ё-моё. Настырный, а, слышь? Чё, фары потушил, чтоб тебя видно не было? Ой, куда ехать-то? Я правильно? Блин! Я думал там дальше за домом поворачивать. Что-то стрелочки эти стояли как-то далековато. Чё здесь такое? А, ух ты, нифига себе. Понавыдумывали тут в Шотландии. Так, где ты есть, беглец? Ну вот, кстати, в Шотландии такой побогаче пейзаж. Какие-то хоть фишки появились, там мосточки, какие-то набережные, вот, площади. Поинтересней! Ай, блин, ну все, вот здесь я точно машину расквашу до состояния просто металлолома. Факт, что удастся выиграть, кстати говоря. Ну, лупит парень. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ох ты, ё-моё! Чуть он туда не улетел. Да, уже кто-то влетал, видимо, в заборчик вот этот. Так, все, я думаю, это уже точно конец. Добиваем машину. Так, здесь вот так вот. Уху! Прикольно. Ну не так, кстати, он и далеко. Чуть опять не вылетел. Может, еще удастся что-нибудь с ним сделать. Хорошая. Ну, чувствуешь приближение. Приближение тут же отменить. И зеркало, наверное, снес даже. Так, ну еще парень. Убийца! Ха-ха! Что-то как-то и битва не получилось. Лошара! Сейчас раз и сам увечу. Рано, вон он. Тут еще. Ну,
Где там финиш? О, все. Ух. Ну ладно, 4 победы к ряду. Я уже прям думал, здесь не удастся победить. Смотрите-ка. Тоже 3 турбовых, да? Абсолютно одинаковых, но... тоже едут по-разному. Ай. Что-то прям зев напал. Очень были интересные гонки. Так, ну и того, мы 20 штук заработали только на победах, да, и еще 40-овник нам сейчас отсыпят. Так что было 115, так что мы даже в плюсе. 134. Немного, но есть. Смотрите, опять там чувачки какие-то на заднем фоне. Гонщики. Ну ладно. Ой, у нас серия уже затянулась опять. Ну, в принципе, нормально. Как раз. Так. Лады. Давайте на этом тогда завершим эту серию. Начали мы с вами новую золотую эру. В принципе, достаточно неплохо. Когда деньги есть, оно всегда веселее. Вот. Да, и сейчас минутка рекламы опять. В общем, в субботу 18 марта, вот в эту уже субботу, у меня на канале будет стрим, в ходе которого будет проведен конкурс и разыгран ценный приз. Вот. В общем, условием этого конкурса, условием для участия в этом конкурсе является... для вас подписка на канал, подписка на группу ВКонтакте и репост новости об этом конкурсе. Вот. Так что вперед из песни, подписывайтесь на все, репостите, нажимайте именно поделиться, а не лайк. Мне нравится, именно надо нажать кнопочку поделиться. Вот, иначе тот, кто не выполнит эти условия, не будет участвовать в конкурсе. Вот и все. Так, ну что же. Это в ваших же интересах. Давайте поактивнее. В принципе, народ репостит, но что-то как не очень активненько. Давайте, подключайтесь. Что, вам не интересно выиграть какой-нибудь приз? Прикольно, на халяву-то что уж там. Вот, это все будет проходить в виде лотереи, так что от вас, по сути, требуется вот три условия всего лишь выполнить вот эти. И все. Ну и все на этом. С вами был, как всегда, Скудер. Канал Ни Слова об играх. Всем пока-пока. Удачи. Увидимся в следующих сериях.